Цветы – одно из главных летних украшений города. Яркие клумбы радуют жителей во дворах, на площадях и на главных пешеходных улицах. Также прекрасные цветочные композиции создают и вдоль автомобильных дорог. Всего за несколько часов сотрудники зеленого хозяйства МБУ благоустройства оформили цветочную композицию на Донбасской улице при въезде в город. Здесь мы будем высаживать алисы и цинерарий. И несколько многолетников. У нас в Турции несколько очетов. Это многолетники, которые мы высадим в этих двух клумбах. Да, их пересаживать не надо. Они у нас вот здесь тоже многолетники, и они остаются в зиму. Благодаря поэтапной высадке городские цветы радуют видновчан с апреля по октябрь. Клумбы украшают и многолетние растения. Специалисты также наблюдают за их ростом, контролируют полив и уход. Чем хороши многолетники? То, что они потом, если они приживаются, произрастают, растут хорошо, и за ними меньше уход, и они свою высоту отдают уже по мере того, как они будут вырастать. Вера Косякова, работник зеленого хозяйства МБУ благоустройства, более 20 лет занимается оформлением городских цветников. Сколько за это время посадила растений, никогда не считала. Искренне любит свое дело. Конечно, это во всех профессиях такое. И руки, и характер, отношение к работе. Все здесь взаимосвязано, я так считаю. Всего в городе за весенне-летний период было высажено более 400 тысяч цветов и растений разных видов. На некоторых клумбах цветы посажены строго по оттенкам, начиная от нежно-сиреневого и заканчивая темно-фиолетовым. Сейчас посадка цветов завершена. Работники благоустройства приступают к уходу за растениями. Прополки, подрезки, очистки от засохших листьев. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ.